девочки-рукодельницы, а я вот практически довязываю, можно сказать, уже свою работу, свой процесс. И все-таки решила включиться. Думала, что не буду включаться во время вязания. Когда свяжу изделие, тогда просто кратко расскажу, как я его вязала. Но тут вдруг вот сижу, начала вывязывать узор на спинке. И думаю, дай-ка я включусь, расскажу и, может быть, заодно покажу, как вяжется вот этот вот ажурный узор. Для тех девочек, которые начинающие, которым необходима помощь. Вяжу я себе топ. Почему я не стала снимать сначала? Потому что я решила связать себе топ, подобный моему топу, который у меня уже есть, который я вязала себе в прошлом году. На моем канале есть видео, мастер-класс, очень такой хороший, подробный мастер-класс по вязанию топа с крылышками. И он так популярен, и сейчас эти модели с крылышками очень популярны. И этот топ уже связала много девочек. Пишут мне, что мое видео, мой мастер-класс очень доступный, очень понятный. Так вот, этот мой белый топ с крылышками оказался популярным еще и у меня. То есть я его ношу постоянно, к нему у меня тянется рука. Он очень удачный, очень такой легкий, воздушный, комфортный. В общем, я его просто затаскала, можно сказать, я его ношу. И вот поэтому я решила связать что-то подобное себе еще. У меня оставалась пряжа, тот топ я вязала из пряжи хлопок Амазонка. Очень хорошая пряжа. Она такая воздушная, струящаяся, как раз для изделия с крылышками. У меня осталось там по 2 моточка от моих процессов. Я вязала из такой пряжи, из хлопок Амазонка, своему мужу футболку персиковую. Я вязала себе тунику желтую. И вот я вязала белый топ себе с крылышками. У меня остались от тех процессов моточки, но там не хватит. И вот я посмотрела в своих запасах, что у меня есть. И снова на глаза мне попалась вот эта пряжа. Почему снова? Потому что эта пряжа какая-то совсем не вязальная у меня оказалась. Покупала я эту пряжу, наверное, лет 5 назад, это точно, в магазине у нас в Подольске, в магазине пряжи. Пряжа очень хорошая, но она оказалась не вязальная. Я ее уже 5 лет возила с собой в отпуск, пытаясь что-то там связать. И у меня ничего не получалось. Все постоянно шло под распуск. Как-то вот не получалось у меня из нее связать изделие. И вот она попадается мне под руку. Я ее беру и понимаю, что я буду вязать из нее. И я точно должна связать уже из нее изделие и перестать издеваться над бедной пряжей. Я пробовала ее вязать крючком, но мне кажется, для крючка она немножечко толстовата. И вот все-таки я решила связать из нее топ спицами. Я думала, каким узором мне вязать этот топ. То, что я хотела связать топ с крылышками, это было понятно сразу. Я набрала петли, замкнула вязание в круг и решила, что свяжу этот топ просто лицевой гладью. Лицевой гладью и с крылышками, такими же лицевой гладью. Но провязав вот эту вот часть, вот эту полосу, мне стало безумно скучно, я переиграла все это и решила, что буду вязать так, как мне вот будет приходить в голову. Связав вот эту вот ажурную полосу, мне показалось, что что-то не то. Во-первых, горизонтальные полосы в изделии для нас, девочек, они как-то нежелательны, потому что многие говорят, что они полнят. Но я думаю, что для меня это уже не будет каким-то кошмаром, если немножечко будет это меня как-то полнить. Ничего страшного. К тому же я вяжу до сих пор даже, можно сказать, с таким вопросом, что, быть может, я вообще это все распущу. Что-то в последнее время я какая-то распускальщица стала. Причем могу сделать это практически без сожаления. Ну вот с такими помыслами я и вяжу, связала всю переднюю часть, и уже связала практически всю спинку и решила выйти к вам на связь, показать вам, на каком этапе я сейчас нахожусь, и показать для начинающих вязальщиц
как вяжется вот этот ажурный узор. Я не знаю, стоит ли рассказывать вам краткое содержание, как я вяжу этот топ, потому как, я еще раз повторяю, у меня есть видео на канале, как я вязала мой белый топ. Здесь я вяжу по такому же принципу, только здесь я делаю V-образный вырез горловины. Вяжу я из вот такой пряжи Альпина. Вот такая вот пряжа. В 50 граммах 170 метров. Хлопок. Очень хорошая пряжа. У меня ее 5 мотков. По-моему, 5. Я уже просто вязала-распускала. Вот у меня 2 целых мотка есть. И вот я наконец-то решила связать из нее себе вещь. Вяжу я спицами номер 2,5. Набрала я 200 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Замкнула вязание в круг и начала сразу вязать просто лицевой гладью. Вот как это видно, тут все я отпарила, поэтому уже не так все скручивается. Потом я, может быть, что-то здесь придумаю. Провязала я вот эту вот полосу высотой 12 сантиметров. Как уже сказала, мне стало очень скучно, и я решила вязать другую полосу, как вы видите. Вот я здесь связала 3 ряда платочной вязки, ну то есть изнаночную, лицевую и изнаночную дорожку, чтобы как-то разграничить вот эти полосы, и начала вязать вот этот ажурный узор. Дальше, связав еще 12 сантиметров вот этого узора, я связала еще одну полосу такую платочной вязки, то есть 3 ряда изнаночной, лицевой, изнаночной, и снова начала вязать полосу лицевой глади, которая у меня получилась немного меньше, 11 сантиметров. Но здесь уже роли особенной не играет. Я решила вязать так, как у меня пойдет. У меня уже нужно было разделять вязание наперед и спинку, поэтому я здесь закруглилась. Связала еще одну дорожку платочной вязкой, точно так же, как и здесь. И начала вязать переднюю часть. Здесь я никаких убавок не делала под пройму, просто вязала прямо. Я также делала и в своем топе, том белом, с крылышками. Надеюсь, что это будет и здесь смотреться хорошо. И вот здесь я начала вывязывать V-образную горловину. Здесь в каждом втором ряду я делала убавки. То есть вот по этой стороне в каждом лицевом делала убавки, по этой стороне потом я делала в каждом изнаночном ряду убавки. До самого вот конца у меня это получилось. И вот эта, так скажем, полоса у меня получилась шире, чем вот эти. Она получилась 17 сантиметров. И, включая вот эту дорожку, 18 сантиметров. То есть я закончила дорожками платочной вязки. Вот такая у меня получилась передняя часть топа. А вот сейчас я вам показываю спинку. Вот как раз я сейчас нахожусь на вот этом месте, где мне нужно будет вывязывать вот этот узор. Только делать уже спинку и вот здесь сделать небольшую выемку под горловину. И вот на этом этапе я и решила включиться, чтобы показать заодно, как вывязывается этот узор. Скосов на плечи я здесь не делала. Не знаю, как все это будет на самом деле сидеть. Надеюсь, что неплохо. Ну а дальше, для тех, кому это интересно и нужно, я покажу, как вывязывается этот ажурный узор. Затем я буду вязать за кадром и уже выйду тогда, когда мой топ будет готов. И покажу вам готовый результат. Сейчас мы свяжем вот такой вот ажурный узор. Красивый. Может быть, кто-то свяжет им свое изделие. Вязать мы будем по вот такой схеме. Распечатала для вас. Извиняюсь за то, что немного помялась. Кот уже похозяйничал. Вяжем первый ряд узора. Первую петлю снимаем, кромочную. Будем вязать вот отсюда до сюда, повторять. Это раппорт. Первую петлю мы сняли, кромочную. Дальше лицевая.
одна лицевая, накид, две петли с наклоном влево, первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, первую накидываем на вторую. Дальше 3 лицевых, 1, 2, 3, 2 петли с наклоном вправо, вяжем их лицевой за передние стеночки вместе, 2, накид. Вот такой будет первый ряд раппорта. Повторю еще раз. Лицевая, накид, 2 петли с наклоном влево, первую снимаем, вторую провязываем лицевой, первую накидываем на вторую. 3 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо, вяжем 2 вместе петли за передние стеночки лицевой и накид. Вот так мы продолжаем вязать до конца ряда. Все изнаночные ряды, все четные ряды мы будем провязывать изнаночными петлями. Это при поворотном вязании. При круговом вязании все четные ряды мы будем провязывать лицевыми петлями. Вяжем до конца ряда, встречаемся в следующем ряду. Первый ряд провязан. Покажу вам, как я вяжу изнаночные. И больше показывать вам изнаночные ряды, четные ряды я не буду. Все четные ряды, как я уже сказала, провязываются изнаночными. Это при поворотном вязании. При круговом вязании, повторяю, все четные ряды провязываются лицевыми петлями. Первую кромочную мы снимаем и провязываем все петли изнаночными. Я вяжу классическими петлями, и лицевые, и изнаночные. Вот так. Таким вот образом. Вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Второй ряд изнаночный провязан. Вяжем третий ряд. Первую кромочную снимаем. 2 лицевые. Накид. 2 петли с наклоном влево. Первую петлю снимаем. Вторую провязываем лицевой. Первую накидываем на вторую. 1 лицевая, 2 петли с наклоном вправо, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки лицевой, накид, лицевая. Вот такой этот ряд раппорта. Еще раз повторю. 2 лицевые, накид, 2 петли с наклоном влево, первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, первую набрасываем на вторую. 1 лицевая, 2 петли с наклоном вправо, 2 петли вместе, за передние стеночки провязываем лицевой, накид и лицевая. Таким образом провязываем до конца этого ряда. И следующий ряд, четвертый, мы провязываем все петли изнаночными. Третий ряд провязан. Четвертый ряд также вы провязали самостоятельно изнаночными. Вяжем пятый ряд. Первую кромочную снимаем. 3 лицевые. Накид. Теперь 3 петли провязываем вместе. 2 петли снимаем на правую спицу. Третью провязываем лицевой. И вот эти 2 петли вместе накидываем на эту третью. Вот такое у нас завершение, такая верхушка, такой треугольничек у нас получается. Дальше накид, 2 лицевые. Вот такой будет ряд этого раппорта. Повторим еще. 3 лицевые. Накид. 3 петли вместе. 2 петли снимаем, не провязывая на правую спицу. Третью петлю провязываем лицевой и эти 2 непровязанные петли набрасываем на провязанную. Дальше накид, 2 лицевые. Давайте еще раз покажу. 3 лицевые, накид, 3 петли вместе,
2 снимаем, не провязывая, на правую спицу, третью провязываем и эти две петли вместе набрасываем на провязанную. Дальше накид и 2 лицевые. Вот так мы вяжем до конца этого ряда, и следующий крайний шестой ряд мы провязываем изнаночными. Шестой ряд провязали самостоятельно изнаночными. Мы с вами провязали один раппорт вверх. Вот такой узорчик получается. Еще раз вам его покажу. Надеюсь, начинающим вязальщицам я помогла. И кто-то свяжет таким узором себе красивое изделие. Узорчик очень достойный, красивый. Вяжите с удовольствием. Дорогие мои девочки, показываю вам свой готовый топ. Я его уже постирала, высушила, и вот сейчас только я его отпарила немножечко паровыми ударами. Эта пряжа погрубее, чем та, из которой я вязала свой белый топ с крылышками. Но крылышки здесь лежат хорошо. Вначале мне показалось, что они будут слишком торчать торчком, но этот эффект такой получился хороший. На мне все это выглядит хорошо. И вот такая кофточка, такой топ у меня получился. Не помню, что я вам там говорила в прошлый раз, когда я вначале показывала вам еще не довязанный топ. На чем я там остановилась? По-моему, я начала показывать узоры, и у меня была не довязана спинка. Что вам еще сказать по этому топу? Спинку я довязала, сделала здесь вот небольшую выемку. Скосов на плечах я не делала, по-моему, я вам уже говорила об этом. Здесь у меня дорожка платочной вязки только по переду идет, сзади я ее делать не стала, и поэтому вот такой вот как бы погончик получился. Горловину я обвязала платочной вязкой, точно так же, как вот у меня здесь дорожки идут. Здесь вот такой вот погончик, и также платочной вязкой я обвязала горловину, связала крылышки. По своему же мастер-классу специально включила свой мастер-класс, чтобы посмотреть, как я там все это показывала и рассказывала. Все понятно, действительно, мне, конечно, он не нужен был, просто было интересно связать по своему же мастер-классу. Все то же самое абсолютно я здесь сделала, немножечко поменьше у меня здесь получилось петель, так как эта ниточка, она немножечко погрубее, потолще. И вот у меня получилось чуть-чуть, совсем там на несколько петель меньше набрала я здесь на крылья. Единственное различие от моего того топа, это в том, что я здесь сделала закрытие с айкордом. Айкорд маленький, на 2 петли, но так как я вам вначале показывала, у меня был край здесь не обработан никак, я же планировала связать топ просто лицевой гладью, и у меня здесь было не обработано никак. И мне этот эффект, в принципе, очень даже понравился, когда я надевала этот топ. Здесь так скручивалось немножко, и эффект был интересный. Я даже думала, что не буду никак это все обрабатывать. Но здесь скручивалось, и это было интересно. Но вот здесь мне не нужно было, чтобы у меня скручивались крылышки. Поэтому я вот так закончила. Вот так вам ближе покажу. 2 петельки айкорда и закрыла. Теперь это выглядит хорошо. Мне нравится такая окантовочка. И скажу вам, что вот здесь я все-таки решила тоже обработать айкордом, полым шнуром. Вот так вот это получилось. Мне нравится какая-то завершенность. Нравится мне этот топ, как он получился, как он на мне выглядит. Я вставлю вам фотографии этого топа на мне или в конце видео, или в начале. Да, и еще хотела бы сказать, что я отсняла короткое видео, вот как я здесь обрабатывала вот этот вот край этим полым шнуром. И я не знаю, вставлю ли я этот кусок в это видео, или, скорее всего, я сделаю это как мастер-класс отдельным видео. И кому из девочек нужно будет, как это делается, тот посмотрит. Это уже на готовом изделии, когда изделие уже готово, как обработать край вот таким айкордом или полым шнуром.
Ну и, конечно же, я снимала, как я вяжу вот этот узор для начинающих вязальщиц. Я, наверное, вставлю вязание этого узора в это видео, или даже не знаю, быть может, нужно сделать это также отдельным роликом. В общем, девочки, при монтаже будет понятно, что и куда я вставлю. Если будет кому-то необходимо, то заглядывайте ко мне на канал, смотрите видео, там все будет. К сожалению, у меня села батарейка на весах, и я не могу сейчас взвесить этот топ, но я вам пропишу здесь прям, сколько он весит, сколько ушло на него ниточек. Я вам пропишу на экране. И для тех, кому интересно, мой размер 44-46. Ну вот, такая я повторюшка. Повторила свой любимый топ с крылышками. На самом деле, я его очень люблю, тот свой белый топ. Ношу его очень часто, и мне хотелось, очень хотелось еще один подобный. Возможно, я еще свяжу на следующее лето себе какого-нибудь другого цвета, какого-нибудь яркого. Но это уже будет видно. Посмотрим, захочу ли я еще повторяться. Я рада, что лето продолжается, и как раз сейчас у нас установилась прекрасная погода, и я его сейчас успешно буду носить. Больше мне по этому топу добавить нечего, рассказать вам нечего. Девочки, ссылку на свое видео, на мастер-класс по вязанию вот этих крылышек, как я их вязала, там все очень понятно. Ссылочку я оставлю на то видео, где я вязала свой белый топ с крылышками. Если кто-то захочет связать себе или своим девчонкам, пожалуйста, заходите, смотрите, вяжите с удовольствием. Вам я желаю легких петелек, замечательной летней погоды. Заходите ко мне на канал и в YouTube, и в Дзен. Всем буду очень рада. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, мира, добра. И до встречи в следующих видео. Пока!